Приветствую вас на канале «Час ремонта». В этом обзоре расскажу про воздуходувку Makita DUB-362Z. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Вес воздуходувки зависит от того, какие аккумуляторы на ней установлены – до 4,1 кг. Габариты также могут быть различными и определяются длиной установленного сопла. Конструкция воздуходувки позволяет выдвигать сопла, и таких положений у него три. Компоновка воздуходувки выполнена с учетом всех требований эргономики. Удобная рукоятка с выключателем обеспечивает надежное удержание агрегата, для этого же предназначен и наплечный ремень, который входит в комплект поставки. Можно еще отметить, что аккумуляторами и зарядным устройством эта модификация не комплектуется, поэтому следует помнить, что для воздуходувки понадобится приобретение блоков серии BL18XX. Рекомендуемое зарядное устройство DC36 Array с ускоренным до 22 минут временем зарядки. Воздуходувка Makita DUB-362Z имеет аккумуляторное питание, и при этом скорость создаваемого потока у нее достигает 54 метра в секунду. Это эквивалентно прокачиванию за одну минуту 13,4 кубометра воздуха. Такая производительность позволяет эффективно использовать ее не только на небольшом садовом участке, но и для уборки территорий со значительной площадью. О мощности агрегата свидетельствует и тот факт, что в инструкции по эксплуатации особое внимание уделяется мерам безопасности. Такие возможности воздуходувки обусловлены двумя факторами. Во-первых, это использование литиево-ионных аккумуляторов значительной емкости и с повышенным напряжением. В агрегат можно установить слайдерные блоки производства Makita на 18 вольт и емкостью от 1,5 ампер до 5 ампер в час. Во-вторых, в воздуходувку устанавливается пара таких блоков, так что напряжение питания привода составляет 36 вольт. Особая забота об их состоянии пользователю воздуходувки не понадобится. За это отвечает электронная система защиты от перегрузки, перегрева и недопустимого разряда. В этой модели предусмотрен индивидуальный индикатор состояния заряда на каждый аккумулятор. Это очень удобно для пользователя. Имеется и индикация перегрузки. В этом случае привод отключается автоматически. Максимальная частота вращения у привода воздуходувки достигает 21500 оборотов в минуту, но может быть уменьшена до 11400 оборотов в минуту. Для этого агрегат оснащен шестипозиционным регулятором в виде диска. Это очень удобно, поскольку позволяет устанавливать требуемую производительность в зависимости от условий работы. Еще больший комфорт при работе с воздуходувкой обеспечивает электронная регулировка скорости. Производится она традиционно от нуля путем увеличения давления на курковый выключатель. При необходимости ее можно и зафиксировать кнопкой для непрерывной работы. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Не предусмотрена узкая насадка в комплекте. Мощность. Аккумуляторы 5 ампер в час работают 15 минут. Отсутствие наплечного ремня. Теперь перейдем к положительным. Универсальность аккумов. Очень хорошо дует. Многофункциональный инструмент. Хорошая регулировка мощности. Плавное нажатие курка. Сдувает даже подледеневший снег. Мобильность, компактность. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Час ремонта».